Вакцина от гриппа для детей и взрослых поступила во все муниципальные образования Ямала, в том числе в Муравленко. В числе первых прививку получат дети, пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, педагоги и работники медицины, образования, транспорта и ЖКХ. По плану иммунизации в этом году в округе планируют привить против гриппа 60% населения. В группах риска 75%. Всего более 317 тысяч жителей. Врачи напоминают, что с сентября по ноябрь самый оптимальный период для вакцинации. До начала сезона гриппа успевает сформироваться стойкий иммунитет.